На чемпионат, который будет проходить в городе 24 июня, планируется прибытие казаков из 16 регионов Центрального федерального округа. 19 июня комиссия, в состав которой вошли представители администрации, управления ГУ и ЧС и полиции, выбирали место для проведения соревнований. Им стала площадка возле дома 16 первого микрорайона напротив городского пляжа. В этом году будет впервые проводиться чемпионат по рубке шашкой «Казорла». И одновременно в рамках этого чемпионата будет проходить фестиваль казачьей культуры «Богатица». В программе очень много интересных элементов, таких как конная рубка, фланкировка, джигитовка, конкур. Это все, что связано с лошадкой. Также будет проводиться пешая рубка. Будет очень интересно, поэтому мы приглашаем всех желающих принять участие в этом празднике. Насладиться казачьими песнями в исполнении фольклорных коллективов и посетить ярмарку народных мастеров и казачьей справы десногорцы и гости города могут в предстоящую субботу с 9 утра до 6 вечера.